Ну какая же камера самая оптимальная для помещений? Посмотрел кучу видео и все равно ничего не понял? Тогда я предлагаю тебе обратить внимание на покупку именно той камеры, о которой ты точно не пожалеешь. Всем привет, это Надзор.ua, меня зовут Павла, и сегодня я хочу показать вам камеру, которая действительно заслуживает внимания. Это iMow Cube, она же Dahua AK42. На самом деле есть две таких камеры, К42P и К42AP. Отличаются они лишь тем, что у одной есть Wi-Fi, а у другой нету. И у той, которой нету, есть поддержка технологии POE, то есть питание по витой паре. Поскольку Wi-Fi камеры пользуются сегодня большей популярностью, потому мы и будем рассматривать ту, у которой есть Wi-Fi, под названием К42P. Это домашняя Wi-Fi камера, которая имеет в себе все и даже больше, чтобы качественно справляться со своими задачами. Ну-с, приступим. В комплектации нет ничего мудреного. Там инструкция, трафарет для монтажа, монтажный набор, блок питания с длинным шнуром и сама камера. На передней части устройства находится 4-мегапиксельная камера с фиксированным объективом и углом обзора 97 градусов. Также имеется продвинутый формат сжатия H265, что позволяет увидеть супер четкую картинку и в то же время существенно экономит место. Инфракрасная подсветка до 10 метров, кстати, есть автоматическая смена режима день и ночь. И аппаратный датчик движения тоже до 10 метров, который позволяет настроить более экономную работу камеры, чтобы не застрять карту памяти. Ну и конечно же микрофон и динамик. К слову, К42P имеет модную сейчас двухстороннюю аудиосвязь. То есть кроме того, что вы слышите, что происходит, вы можете еще и по надобности вести разговор. Камера поддерживает microSD на целых 256 гигабайт и помимо этого может писать на регистратор или облако, которое, кстати, в Украине вполне доступно и не лагает, что является большим плюсом. На задней части камеры расположено крепление. Оно, кстати, очень удобное, потому что можно просто ставить на стол, крепить на потолок, стену, ну и куда угодно. LAN-порт для подключения к проводному интернету, если нужно. Есть цифровые входы и выходы, к которым можно подключать разные устройства. Датчики, сирену. Эта функция называется тревожный вход-выход. Например, если сработал датчик открытия двери, автоматически включается свет. И на ваш телефон моментально летит пуш-уведомление. А если используется аудиодетекция, то есть раздается громкий звук в помещении, то камера тоже уведомит вас об этом. Разъем для питания. Кнопка сброса настроек камеры. И вторая часть двухсторонней аудиосвязи – динамик. Как подключать и управлять данной камерой, вы можете посмотреть видео по ссылочке в описании. Как по мне, это идеальная камера как для домашнего использования, так и для магазинов, кафешек, офисов и подобных помещений. Как вы сами могли убедиться, камера сделана по последней моде. Картинка бомбическая, подключение и управление проще некуда. Сильная, миниатюрная, впишется в любой интерьер. Что еще нужно? А что думаете вы? Пишите, поделитесь со мной своим мнением. Не забывайте о лайках и подписке. С вами был Надзор.ua. Пока!